Здравствуйте, мои дочитатели моего канала. Сегодня я вам хочу предложить тортик без выпечки. Я прочитала в интернете, такой тортик покупается 500 грамм печенья, называется ушки, они слоеные. Можно и другое печенье, но с этим печеньем он вкуснее. Я делала по рецепту, правда, изменила немного. До этого я сделала по рецепту, и он мне, ну, не такой вкусный. Ничего, но я добавила туда на третий слой печенья, смазала крем и добавила немного варенья с кислинкой. Ну и сверху, вы видите, потерла шоколад. Шоколадку потерла, и он приобрел такой праздничный, и вкус совсем изменился, другой. Ну, по рецепту я вам могу сказать, что для крема использовала 500 миллилитров молока, пол-литра, ну, можно и 600 миллилитров на этот вес печенья. 2 яйца, взбила с неполным стаканом сахара, добавила 2 полные ложки с горкой муки, все это размешала, ну и заварила в молоке, как все заварной крем. Также добавила еще 100 грамм сливочного масла. Когда остыл крем, масло размягчила и добавила. Немножко лимонной кислоты, чуть-чуть, чтобы не был такой приторный. И смазала свои коржи, так как сейчас у нас очень жарко было. И печь в духовке, тем более я на даче, поэтому очень выгодно, экономно и никаких усилий и затрат особых. Вы можете тоже приготовить такой тортик, ну и использовать мои добавки. Варенье, оно кислинку придает, не такой приторный крем. Ну и сверху шоколадкой потереть тоже, вкус изменяется. И получается праздничный вид. Можно на день рождения даже приготовить себе такой тортик. Заходите на мой канал, смотрите мои ролики. Буду рада видеть вас на своем канале. До встречи!